Здравствуйте, мои дорогие! А у меня сегодня очень приятное для меня видео. Я получила посылку от Ларисы. Лариса меня всегда поражает своими посылками. Так, найти еще конец надо. Конец. Не конец, а вот. Посылка пролежала долго на почте где-то, потому что я улетела в Мурманск, а посылка пришла, и вот она долго лежала. На улице солнышко, но совсем что-то еще не отрезал, но совсем не жарко. Сами видите, что я в пуховике. Господи, не с той стороны, да? Отправят люди посылку. Тут еще никак не откроет. Отрезаем не с той стороны. Так, ну все, нет. Ой. Ну, Любовь Николаевна, блин, 7 минут будешь посылку открывать. Во. Файликов куча целая. Спасибо, Ларис, это прям дело. Да, она мне хотела коробочки прислать для отправки украшений. Сейчас я вам покажу. Смотрите, коробочки с бантиками. Знаю, как они открывают. Там что-то ведь гремит. Развязываешь бантик, а в коробочке есть. Ой, какая прелесть. Цветочки маленькие. Розочки такие. Я же говорю, она меня поражает, Лариса, своими посылками. Боже ж ты мой. Цепочки со стразиками. Только вот как их крепить? Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Ой, какая. Ой, вон какая. Ой, ой, ой. Лариса, вы у меня как Дед Мороз в любое время года. Ну, девчонки, ну согласитесь, а кто не любит получать посылки? А еще когда ты не знаешь, что тебе пришлют, всегда сюрприз какой-то, а? Правда ведь? Вы посмотрите, сколько коробок-то. А в каждой ведь коробочке что-то есть. Смотрите, а тут вот тесёмочка. Ой, да какая, смотрите. Ой, красивая какая. Так. На магнитиках, оказывается, застегиваются. Так, еще одна коробочка. Серьги, смотрите, это серьги. Это ведь она где-то заказывала или покупала. Вот Ларис. Ну вот. Нет, спасибо, конечно, огромное. Такие красивые звезды морские. Тут их 6 штук. Ну, это вот, собственно, прям серьги готовые, только швензы поменять. Тут швензы очень уж простецкие. А смотрите, красивые, с маленькими жемчужинками. Так, а тут подвесочки. Сейчас я их высыплю. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи. Ах, девчонки.
Самолет. Кошки. Ой, всякие-всякие. Штурвал корабельный. Ракушки. Ой, посмотрите. Волк. Ой, скат морской. Крестики, лотосы, якоря, рыбки, махоньки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, девчонки, ключики. Слоник, слоник маленький-маленький. Ой. 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 Орел. Ой, в общем, чего тут только нет. И дерево жизни, и кактус. Зайчики. Эйфелева башня. Но они все, наверное, по одной штучке. Ну, но пойдут на браслеты, конечно. Ой, пойдут. Рыбки вот есть и побольше, и поменьше. И стрекозки, и ножницы, и... Ой! Даже собака есть. И лошадь. Ой. И листики. Ой-ой. И желудь на листике. Посмотрите. Господи, такое маленькое все. Розочка. Ой. Ракушечка. Вон какая вот жемчужинку вклеить. И будет прелесть. Как Гела Чара говорит, прелесть прелестная. Ой, сейчас я стороночку отодвину. Ну, Ларис. Так, это мы посмотрели, да? Так, тут, наверное, тут пустая. Ой, девчонки, теперь... Можно прямо отправлять серьги, и что-то еще войдет. Ух ты! О! Как вот они называются? Сейчас я вам покажу. Смотрите, такие стеклянные трубочки, тоненькие. Я даже не знаю, как они называются. Смотрите, синий, красный, еще синие. А тут он золото. Ой, еще золото, серебра немножко. Ну вот больше всего красных. Ой, теперь разбирать. Любоваться. Я же это потом все смотрю, смотрю. Так, а вот это что? Ой. Слушайте, а это веревочка. Вот такая тоненькая, смотрите. Красная, черная. Вон там. Еще синие есть. Интересненькие. Ой, так я уже прям это. Вот-то. О как. А это бусины от сглаза. Знаете, да, такие? Такие бусинки и вот такие черные еще. О, аж три пакета. Угу. Сейчас буду Ларисе звонить, узнавать. Может быть, ей надо что-то из этого сделать. Ну, тут еще, девчонки, коробок.
Вот, Лариса, запас это ювелирочки, а? Так, ну тут ничего, вот эти вот штучки. Ой, сколько коробок-то! И маленькие, и побольше. Так. В какие-то даже украшения войдет приличного размера. Ой, посмотрите, а вот эти вот какие? Это вот для браслетов, да, наверное? Ну, вот посмотрите, а. Боже ж ты мой. Ну, вот посмотрите, прислала. А сама бы носила, прям готовые украшения. Ой, смотрите, какая прелесть. Вы знаете, я даже хотела заказать такое. А потом так засомневалась, думаю, а вдруг там какая-то пластмасса. Ой, смотрите, какая красота-то. Ой, девчонки, представляете, на загорелой коже. Так, буду звонить. Может быть, ей сделать с жемчугом. Ой, красотища. Это, видите, вот комплект, вот те сережки, видимо, от такого украшения. Ой, Лариса! Ой, боже мой, сколько красоты! Ну, коробками я теперь обеспечена. А то каждый раз вот это ломаешь голову. Так, ну тут нет. Так. Ну, смотрите, какая прелесть. Сюда и украшение какое-то войдет. Отправить-то. Так, тут опять что-то тяжелое. Еще одно. Два. Ой, Лариса, красотища. Я думала, ты, может, где-то там чего-то нашла, что это. Ну, ненужное, может быть, кому-то, у друзей. А она, посмотрите, она присылала красоты какой. Ларис, ну это же денег стоит. Ну, ладно, мы договоримся. Боже мой. Смотрите, какая прелесть. На тоненькую шейку, конечно. Ну, я вот только могу вздыхать. Смотрите, какой кулон-то. Павлин или жар-птица. Ой. Еще и браслетик такой. Ой, до того прям нежность-нежность. Такой на маленькую ручку. Ой. Звонила сейчас дочка моя, Саша. Я ей показываю. Она говорит, мама, какие женщины. В общем, короче говоря, вот таких три комплекта. Ой. Так, вот еще.
девчонки, вы только посмотрите. Ну, такую красоту-то, ее даже разбирать жалко. Ну, это же уже прям готовое украшение. Ну. И серьги, гвоздики к ним. Смотрите, ну прям чудо. Ох. Слушайте, у меня прям как этот самый ювелирный магазин. Ой. А посмотрите, кольцо какое. Не на мои, конечно, старые руки. Крылья ангела. Все блестит, переливается с эффектом АБ. Ой, Лариса, Лариса. Боже мой. Ой. Так, это бусинки разделительные. Вещь нужная. А тут опять вот, ну, я говорю, вот. Посмотрите, вот браслет, серьги, дерево жизни. Ой. Ну, последняя коробочка. Так, а это я им отсылала, что я им делала украшения. Она мне прислала их назад. Ну, у меня остались, я отправила. Ой. Ой, еще подвески, но уже другие, мне кажется. Тут тоже, ой, тут листочков много. Шишечки, смотрите, какие маленькие, мопупасенькие. Ой. Желуди маленькие. Ой. Ой, деревья, цветочки, веточки, листочки. Ой. Ой, боже что мой. Не могу. Ну что, надо браслеты делать. Все эти маленькие шармики. Они настолько маленькие, они, конечно, на браслеты хороши. Ой, ну совсем прям, ну такие, ну посмотрите, какие махонькие. Ой, девчонки. И два браслетика вот таких вот. Это камушки натуральные. Ну, вы посмотрите. Ну, посмотрите. Это же вот, ну, ну, это вот. Ой. Представляете? Слушайте, я прям замерзла. Ну, что вот хочу сказать. Я даже не знаю, что говорить, ну. Сейчас буду звонить. Ну, это все стоит денег. Это... Ларис, спасибо вот огромное, вот до земли, спасибо, но мне жалко ваших денег, ну, ведь не миллионерша.
Скромная женщина. Ой, прям не знаю. Спасибо огромное, Лариса. Огромное спасибо. Сейчас буду вам звонить. Может быть, это хорошо, если что-то вам вот переделать надо. А так вот я... Мне просто неудобно. Столько красоты невозможной. У меня прям в голове не укладывается. Я все смотрела и смотрела. Сейчас буду смотреть. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а вам, девочки, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Вот видите, я всегда говорю, что у меня самые лучшие. Подписчики, даже язык не поворачивается. Девчонки, подружки. Спасибо вам всем. А я пойду переваривать. У меня в голове не укладывается. Ну ладно. Пока-пока, мои дорогие.